Реально, покуда район это сплошная помойка, никогда не знаешь, где может лежать пакет с номерами, а где просто пакеты. Это район аэропорт, не какой-нибудь там Выхино или что-нибудь в этом роде, а район аэропорт. Между прочим, в 200 метрах от отделения милиции. Да, непонятно, где искать. Или в помойках, или в гаражах, или на подоконниках. Вернее, под ними. Говорят, в 300 метрах. А где?